Участие в референдуме – это долг каждого гражданина. Сегодня просто невозможно оставаться в стороне от важных политических событий, происходящих в стране. И вопрос участвовать в предстоящем республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию скорее звучит как риторически. 27 февраля каждый из нас буквально будет творить историю. Делать тот самый судьбоносный выбор в пользу счастливого будущего нашей Родины. Выполнить свой гражданский долг и отдать голос за предлагаемые в основной закон страны поправки намерены и мы, потому что осознаем важность предстоящего события, чувствуем ответственность за будущее страны, за будущее своих детей, которые хотят жить в мире, спокойствии и безопасности. Предстоящий референдум затрагивает вопросы конституционного строя Республики Беларусь, включая в себя также формирование государственных органов. Немалое значение уделено институту семьи, здоровью, памятным событиям, которые коснулись практически каждой белорусской семьи. Мы пойдем на референдум!